здоровья вам, друзья. И опять с вами лохматая душа. Ребят, у нас два тяжелых малыша по росту, а по возрасту старушечка Бося, ей 8 лет. У нее каменные обе гряды молочные закаменели. Плюс глазик, у нее онкология на глазу. Ребенок метис скотч-терьера, хорошая, добрая старушка. Вы знаете, что страшно? Как заболеет или состарится пинком под задницу на улицу. Ну что же творится в нашем мире? Что же творится? Мы сколько об этом с вами и говорим, и возмущаемся, и переживаем, и нервничаем. И опять приходим к тому, что кроме нас помочь некому. Кто-то скажет: Валя, да пошла ты, устали. Ребята, я даже обидеться на вас не смогу, потому что действительно устали. Потому что спасать малой горстью или маленьким островком океан проблем – это действительно чудовищно. И тем не менее, это только кажется, что мы слабые и нас мало. Посмотрите, мои хорошие, оглянитесь, сколько мы с вами уже спасли. И как на сердце хорошо от этого. Мы действительно спасли и пристроили и малышей, и старичков, и переломанных, и искалеченных, и укушенных клещами. Ребят, это все благодаря вам. Благодаря вам, наши дорогие подписчики, друзья, просто хорошие, родные, добрые люди. Спасибо вам. От всего сердца, мои хорошие, спасибо вам. Потому что не было бы вас, не было бы и нас. Мы взаимосвязаны. Мы не можем друг без друга. И когда вы говорите: Валечка, вы там такая-такая. Ребят, я хочу сказать, ребята, это вы. Удивительные, замечательные, настоящие, хорошие. И я не просто благодарна вам за дружбу, я горжусь вашей дружбой. И благодарю вас всем сердцем, всей лохматой душой и своей душой, ребята. Родные мои хорошие люди, спасибо за эти спасенные жизни. Перед вами Бося. Следующим будет Томичка. Хороший малыш. У него сломан таз. Не знаю, как он попал на эти дачи, но забрали его оттуда хромающим. Думали лапки, осмотрели все, а он продолжает хромать. К сожалению, не было денег сразу сделать рентген. Ребята, мы в тяжелом положении. Нам едва-едва удается частями гасить корм. Вот сейчас мы взяли в долг 10 тонн на 462 тысячи. Заплатили всего, ребята, 112 тысяч. И 350 мы еще должны. А корм уже с таким аппетитом хрумкают. Смотрю и страшно. И где-то глубине сердца надежда, что вы нас не бросите, ребят. Я все понимаю. Ну вот клянусь Богом, я все понимаю. И все равно, ребята, продолжаю говорить, без вас нам не выжить. Мои хорошие, родные, прошу вас, подтягивайте ваших друзей, знакомых, с кем вы переписываетесь. У каждого из вас есть друзья. Приглашайте их к нам. Прошу вас, потому что приют большой. Не выжить нам, ребята. Я прошу вас, мои хорошие, отзовитесь и поддержите. И храни Бог вас и вашей семьи. Спасибо, мои родные. Спасибо вам. Босечка, ребенок уже сутки после операции. Но все еще стонет и плачет. Особенно, когда засыпает и во сне. И хотя мы делаем ей обезболивающие уколы, ей будет больно. Она старенькая. Проблемы тяжелые. К тому же раны во весь рост. Представляете, что такое вырезать гряду молочную с двух сторон? Но там было невозможно, ребята, там был камень. Кто-то использовал ребенка на полную катушку, заставляя рожать два раза в год. Потому что малыши были красивые. Скорее всего, их продавали как породных. Не щадя матери.
Так часто бывает. Это страшно, но это наш с вами мир. Босичка, ребят, эта старушка заслужила, чтобы пожить просто в тепле, в заботе, в ласке, в тишине. Когда гладят ее и просто обогревают сердцем. Перед вами, Босичка. Это имя дали мы ей сами. Она хороший, добрый ребенок. Неважно, сколько лет. Говорят, маленькая собачка, она до старости щенок. Так и Босичка. Ее глазки сейчас после операции капаются. Еще подтекает кровь немножко. Но все наладится, ребята. Ребенок уже пришел в себя, уже пытается вставать, пьет сама водичку. Ребят, я не знаю, как меня терпит до сих пор врач, доктор, хирург Барков, но этому человеку я благодарна буду до конца моих дней. Он вновь взял девочку и прооперировал нам в долг. Ребята, нельзя таких людей подставлять. Потому что боль к нам приходит неожиданно, и мы не всегда к ней готовы. И я прошу вас, помогите нам погасить хоть немного долги в клинике. Доктору, замечательному, чудесному доктору Баркову Сергею, я прошу вас, друзья, об этом всем сердцем. Всем-всем сердцем, мои хорошие, всем разумом и всей душой. Помогите нам, ребята, погасить долг в клинике «Альтаир». Доброго вам всем здоровья, мои хорошие.